самой темной чаще. Привет, привет, с вами канал Лига Мьюзик Варс. И сегодня у нас, ребята, обновление на Хэллоуин. Не успели, ребята, накатить обновление, как тут у нас, оп, и 27 числа в 2 часа ночи перезагрузка. Видимо, что-то не доделали. Ну или, как обычно, натворили каких-нибудь глюков, которых мы не видим. Предположительно. Скорее всего, связано со спецпредложением вот такого образца. Как я и анонсировал, вот такая вот вещь на 7 дней, но почему-то пришла не всем. Наверное, я завтра проснусь, и меня очень будет радостная новость. Мне предложат какого-нибудь Дракулу. А сейчас давайте-ка, ребята, к самой новости. Самая радостная вещь – это, конечно же, наши подарки. И первый у нас – это Black Box, который содержит, конечно, гроб на колесиках. А гроб на колесиках – 60-дневный подарок. Качать его, конечно, не стоит. Желательно до второго уровня. И все. Можно потом бросать. Конечно же, у нас новая фича. Это кровь Носферату, которая преобразует нашего Дракулу. Сейчас я вам покажу. Вот я себе уже сразу ее выкачал. На один час превращает нас вот в такого прикольного монстра. Вот видите, ну, про которого я вам и рассказывал, ребята. Классная вещь, если честно, хороший апгрейд дает не только себе, но и Дракуле. Правда, жалко, что на один час. Но зато бутылек полностью бессмертный, то есть у него нет времени. Так что по возможности, по максимуму, ребята, выкачивайте. Вот, как я и говорил, гробик 60-дневный по акции, видите, то есть, ну, качать его не стоит. Если будет интересно, в описании, ребята, я оставлю вам полностью все по каждому и что и где. Ну, я думал, конечно, у нас Дракулу поднимут, но они не стали. Ну, предполагаю, что 20 уровень является максимальным, конечно, поэтому пусть он будет. Желательно мне выкачать, конечно, до 16 уровня своего, потому что у меня только плюс 12, 19 я не вытяну. О, всем любителям вампиризма сердце Джека. Я себе уже выкачал его. Лечится вообще классно. Фонарь Джека, ну, не очень навороченная, ну, не знаю, брать с собой, не брать, у меня он уже валяется. Ну и, конечно, усилители наши Дракулы челюсти, формулы, которые уже анонсировались в прошлом году, задания, то же самое, и розыгрыши, которые я тоже говорил в прошлом видео. Дальше, лотерея, обязательный атрибут. Коллекция, ребята, те, кто не выкачал коллекцию на Дракулу, давайте быстро докачивать ее будем. У меня она на максимуме выкачана, поэтому для меня неинтересно. Конечно, не забывайте про турниры, которые у нас прошли. И, конечно же, праздничные костюмы. Я думал добавить что-нибудь новое, но, к сожалению, оставили полностью коллекцию предыдущего года. Не стали заморачиваться. Плюс появился новый рейтинг резиденции. Ребята, зайдите в рейтинг на групповой, можно будет посмотреть, что где скачал. И посмотрите, у нас месячный план теперь перешел в Facebook, Одноклассники и Мой мир. Все классно. И еще одна интересная вещь, которую я заметил. Вот сейчас, быстро, сейчас. Так вот, если посмотреть, короче, по звездам и посмотреть по сундукам, цена почему-то разнится с предыдущей акцией. То есть в чем связано, это непонятно. Хотя цены на предметы те же самые. То есть, ну, это надо смотреть. В общем. Ну вот, ребята, мы быстро, короче, прошлись по видео. Я очень сильно жду, короче, следующего видео. Поэтому, как сказать-то так, хочу организовать небольшой конкурс. Очень интересный. Как бы сливаю будущую инфу. Так что, ребята, будем ждать новое видео уже с конкурсом. Ставьте лайки, ребята, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, счастливо!